смотрел основные передачи на подборы, и, в принципе, их игра была заключена только в этом. Но я думаю, первые минут 20-25 мы входили в игру, но было тяжеловато, но потом взяли игру под свой контроль, забили гол, в принципе. Все пошло по нашему сценарию. А на ваш взгляд, почему именно так тяжело входили? Да не могу понять, но все равно в любом случае мы... Все приехали со сборных, ну, и в разных состояниях, так что это нормально. Первая игра после... Ну, как бы собрались, первая игра у нас, и, в принципе, неважно, какая игра, главный результат. На следующей неделе Лига Чемпионов, первый тур, какие вообще ожидания? Ну, конечно, ребята, говоря, желание провести в Лиге Чемпионов. В принципе, хотим начать турнир с победы. И, в принципе, независимо от какой игры, будем играть только на победу. С Магнусом и Эрнандесом не удалось пообщаться, что у них там? Насколько все серьезно? Не знаю, врачи разберутся, сделают там сканирование, наверное, и через пару дней скажут.